Здравствуйте! Для вас работает служба информации Life is Good News. Сегодня в нашем выпуске смотрите дайджест главных событий из жизни холдинга за 2018 год с комментариями президента Life is Good Романа Василенко. Как и ранее, в 2018 году холдинг показал невероятно стремительные темпы развития, не имеющие аналогов в MLM-индустрии. Количество сотрудников Life is Good превысило 25 тысяч человек, образовано более 120 дирекций. Общая численность пайщиков жилищного кооператива Bestway приблизилась к 6 тысячам, а цифра объектов недвижимости, на которые уже саккумулированы денежные средства, составляет более 700. В течение года наша служба информации регулярно показывала репортажи о счастливых новоселах, и в 2019 году эта традиция будет продолжена. Героями жилищных историй стали пайщики из самых разных регионов России, а также Республики Казахстан. Расширяя деловые горизонты, весной начал свою деятельность некоммерческий кооператив Bestway Elite в Республике Киргизия. По количеству новых сотрудников по сравнению с прошлым годом мы выросли более чем на 200%, а по количеству приобретенных объектов недвижимости мы выросли более чем в два раза. Такие беспрецедентные экономические показатели холдинга были достигнуты за счет масштабной образовательной деятельности в рамках Международной бизнес-академии IBA. Были проведены международные и региональные базовые семинары, обучение руководителей LS1, 2 и 3, в том числе по юридическим аспектам ведения бизнеса, тренинги по ораторскому мастерству, риторике. В августе в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Балтийский форум. Благодаря нашей уникальной системе образования за 2018 год нами проведено более 150 семинаров. Обучение прошли 20 тысяч человек. Мы впервые аттестовали собственных бизнес-тренеров. Лицензии, полученные из рук Романа Василенко, дают право лидерам холдинга на проведение собственных образовательных тренингов. Такой подход уже доказал свою эффективность. Он позволил значительно расширить круг сотрудников, прошедших бизнес-обучение в регионах. Это привело к значительному росту их профессионального уровня, увеличились и личные деловые показатели. Важным драйвером уникальных темпов развития Life is Good является вовлеченность холдинга в крупнейшие образовательные процессы мирового уровня. Это позволяет компании и ее сотрудникам быть в курсе самых актуальных бизнес-трендов. Уже второй раз наш холдинг принимает непосредственное участие в самых масштабных международных бизнес-событиях. В сентябре в Олимпийском собралось более 26 тысяч человек, среди которых VIP-места заняли лидеры холдинга Life is Good. Речь идет о тренинге всемирно известного коуча Тони Робинса. На правах соорганизатора мероприятия Роман Василенко обратился к многотысячной публике Олимпийского с приветственным словом. В зале присутствовали топ-100 партнеров Life is Good, которые победили в специальной акции, показав высокие деловые результаты. Данное событие – отличная возможность для коммуникации с самыми успешными предпринимателями со всей России. Лидеры холдинга смогли встретить единомышленников, установить полезные деловые контакты, получить ценную практическую информацию для развития собственного бизнеса. Со 2 по 5 ноября в курортном Лимассоле на Кипре проходило одно из главных мероприятий холдинга – директорский бал «Life is Good». На остров прилетели свыше 600 человек – сотрудники компании и члены их семей. Знаки отличия впервые в истории Life is Good одновременно получили более 30 новых директоров. Это был самый масштабный директорский бал. В рамках мероприятия состоялась церемония посвящения в директора и принятия присяги. Участниками торжественного вечера стали около 60 директоров холдинга. Они приняли присягу на верность компании и ее президенту, в знак чего поставили подписи в книге чести. В завершении директорского бала состоялся концерт звезд российской эстрады, прогремел грандиозный салют в ночном кипрском небе. 18 декабря в Москве в знаменитом отеле Ритц-Карлтон проходило еще одно роскошное светское мероприятие – 10-й рождественский бал финансовых и политических кругов России. На праздничном вечере состоялась торжественная церемония вручения ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени Петра Столыпина. В числе лауреатов – президент Life is Good Роман Василенко. Предновогодним декабрьским вечером в бальном зале отеля собрались известные банкиры, политики, бизнесмены, видные представители финансовых и промышленных кругов России и стран Евразии, медийные персоны.
Ежегодный рождественский бал – одно из самых ярких событий года. Особый формат делового общения в атмосфере праздника, классической музыки и танцев. Гости вечера открыли бальную книгу, смогли заглянуть в сокровищницу российского искусства. На Руси издавна на балах принято чествовать достойных сынов Отечества за достижения в разных областях экономики. Этот вечер не стал исключением. Заслуженные награды получили лауреаты ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени Петра Столыпина. Президент Life is Good Роман Василенко был награжден высшим орденом общественного признания в области корпоративного управления «Заслуженный директор Российской Федерации». Столь высокой чести он удостоился за многолетнюю и плодотворную деятельность, способствующую укреплению мощи, величия и процветания Российской Федерации. Награду президенту Life is Good вручил Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, член президиума партии «Справедливая Россия». Неся важную социальную миссию, в 2018 году компания Life is Good продолжила незыблемую традицию проведения патриотических мероприятий. На сей раз местом проведения традиционного офицерского бала, приуроченного ко Дню Победы, стал город-герой Москва. Памятная церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе, Центральном музее Великой Отечественной войны. После экскурсии по залам, в которой также приняли участие герои России, государственные и общественные деятели, в зале памяти и скорби состоялось возложение венка от компании Life is Good к монументу «Скорбящая мать». В этом году мы традиционно отдали дань памяти нашим предкам. В Москве компания Life is Good провела патриотическое мероприятие «Офицерский бал». Руководство холдинга особое внимание уделяет командообразующим мероприятиям. В течение года они проводились неоднократно, а самым представительным стал ретрит директоров в поселке Мизмай Краснодарского края. Командообразование – важнейший инструмент развития и укрепления бизнеса. Для участия в мероприятии приехали более 40 директоров холдинга. Ретрит сочетает в себе деловую часть с духовным и психологическим развитием, а также физической подготовкой. В финансовом плане наши лидеры достигли очень многого. Кроме того, особое внимание мы уделяем человеческим отношениям и духовному росту. Эти задачи решают многочисленные ретриты, которые мы провели и запланировали на следующий год. В течение года тема благотворительности неоднократно освещалась в наших репортажах. В том числе мы рассказывали о целевой помощи, которую компания и лично Роман Василенко оказывают детскому неврологическому центру «Доктрина». И вот в декабре на базе клиники состоялось очередное обучение медицинских работников, организованное при непосредственной поддержке Life is Good. В Санкт-Петербург для передачи знаний и бесценного практического опыта коллегам был приглашен известный московский специалист Кирилл Шляпников, врач-невролог, иммунолог, автор научных работ и научно-популярных статей. Сегодня мы говорим об аутизме, о его иммунологической составляющей. Мы говорим о том, как это можно сегодня, исходя из сегодняшних инструментов, которыми владеют врачи, измерить, и как это можно скорректировать с минимальными затратами, с минимальным риском для ребенка и с максимальным результатом. Это сложная, узкоспециализированная область медицины, самостоятельное изучение которой требует длительного времени. Ценность проведенного обучения в том, что за один день Кирилл Шляпников представил коллегам самые актуальные на сегодняшний день уже систематизированные знания, которые сразу могут быть использованы в практической деятельности. Это не просто какая-то теоретическая информация, а это те знания, которые мы можем внести в кабинет и трансформировать в помощь детям. Life is Good – наш давний партнер, и конкретно Роман Викторович, спасибо ему большое, помогает не только конкретным детям, он участвует в развитии медицины в Российской Федерации в общем. Благотворительность стала неотъемлемой частью жизни холдинга, и в этом году мы продолжили помогать людям. Активная благотворительная деятельность Life is Good и личный вклад Романа Василенко стали примером для сотрудников холдинга, явились дополнительным мотиватором оказания помощи нуждающимся. Суммы их денежных пожертвований нашли отражение в специальном рейтинге компании. Его лидеры, которые в течение года совершили самые щедрые финансовые переводы, были приглашены в Соединенные Штаты Америки для получения наград за благотворительность премии National Charity Awards 2018. Торжественная церемония состоялась 27 ноября в стенах Академии Кэньон-Виль, старейшей и самой известной частной школы на Западе США, основанной более 90 лет назад.
Заслуженные дипломы вручал сопредседатель благотворительного ужина, известный бизнес-тренер и официальный партнер Life is Good Даг Вит. Высокого признания были удостоены Андрей Пандерев, Зоя Семенова, Сергей Кузнецов, Айгуль Касабекова, Радик Ахмеддинов, Лилия Щербакова, Неля Джен, Александр Джен, Гульшат Балтина, Евгений Чайчук. Награду за поддержку медицинских исследований в области лечения детского аутизма и адресную помощь медицинскому центру в Санкт-Петербурге также получил Роман Василенко. Кроме того, президенту холдинга от имени Академии Кэньон-Вилля была присвоена почетная степень доктора экономики за успехи в бизнесе. Пребывание гостей из России в США сопровождала насыщенная экскурсионная и культурно-развлекательная программа в разных городах. Между штатами лидеры холдинга перемещались на частном самолете. Огромное спасибо компании Life is Good, нашему президенту Роману Викторовичу за то, что он может вот это все организовать и отмечать тех людей, кто вносит реальный вклад в развитие благотворительности. Поэтому это для всех достижимо, всем это возможно. Но для того, чтобы что-то получать, нужно что-то давать. Первым городом пребывания стал Лас-Вегас. Участники поездки совершили прогулку по городу, окунулись в яркую ночную жизнь, побывали на представлении цирка «Дю Солей». Состоялась экскурсия на всемирно известный Гранд Каньон – уникальный природный шедевр планеты. В этом месте можно обнаружить следы 4 геологических эр Земли, разнообразные скалы и пещеры, богатый биологический и археологический материал. Жизнь коротка для того, чтобы ее тратить на какие-то мелочи. Наслаждайтесь этой жизнью, жить нужно сейчас. Наслаждаться этой природой, этой красотой, этим миром нужно сейчас. Не пускайте ни одну возможность, получайте от жизни все. Еще одним пунктом поездки стал Лос-Анджелес. Партнеры Life is Good побывали на знаменитой аллее славы Голливуда. Здесь на тротуаре увековечены имена мировых знаменитостей за их вклад в индустрию развлечения и искусства. Аллея славы по праву считается самой популярной достопримечательностью. Ежегодно здесь прогуливаются более 10 миллионов туристов. Все в этой жизни достижимо. Нас с вами разделяет только фактор времени. Мы начали раньше. Вы тоже сможете жить, как вы хотите, как вы мечтаете. Life is good! Помимо адресной благотворительной помощи, Life is Good оказывает спонсорскую поддержку социально значимым и интеллектуально ориентированным культурным проектам. Так, в этом году компания выступила генеральным партнером 3-го международного фестиваля народной песни «Добровидение-2018». Его задача – сохранение и развитие народной песенной культуры и музыкального творчества, а также пропаганда традиционных ценностей. Такая благородная миссия созвучна философии Life is Good. Являясь частью данного проекта, холдинг вносит свой вклад в формирование и укрепление нравственных устоев в обществе. В 2018 году компания продолжила поддержку клуба Non-Trivial Club – интеллектуального сообщества петербуржцев. Холдинг Life is Good является генеральным спонсором проекта и предоставил для финальной игры года денежный приз в размере 1 миллиона рублей. За игровыми столами собрались 13 команд, но лишь 5 из них реально претендовали на победу. Именно они заняли самые высокие строчки в рейтинге по итогам года и набрали наибольшее количество баллов. Неизменным ведущим вечера выступил магистр телеигры «Что, где, когда» и официальный партнер Life is Good Александр Друз. В рамках интеллектуального соревнования также состоялось чествование заслуженных игроков клуба. Награда в номинации «Солнце» была присуждена Роману Василенко, а получили ее представители холдинга Life is Good Лилия Щербакова и Неля Джен. Победителем финальной игры стала команда «Эмпрана», член Non-Trivial Club в течение многих лет. Но заслуженный миллион находился в руках у капитана недолго. По решению игроков денежный приз был передан фонд клуба для продолжения розыгрыша. Важнейшим мотивирующим инструментом Life is Good являются многочисленные промоушены – путешествия за счет компании. Наша компания отправила в путешествие более 2000 сотрудников, которые посетили Шри-Ланку, Японию, остров Ибицу, Индию, Кипр, Соединенные Штаты Америки. В 2018 году холдинг Life is Good и его президент Роман Василенко значительно укрепили свои позиции в широком медийном пространстве. Мы сделали то, что в нашей индустрии еще никто не делал.
Это касается популяризации нашего холдинга в медийном пространстве. Пресса, на экраны вышел художественный фильм, музыкальные клипы, а также ряд других медийных продуктов. Вот более подробно о самых значимых из них. В начале года на большие экраны вышел художественный фильм «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», одну из главных ролей в котором сыграл Роман Василенко. В картине затрагивается тема жилищной кооперации от Life is Good, и это первый случай в истории индустрии, когда деятельность MLM-компании так широко продвигается в кинематографе. Не осталась в стороне и федеральная печатная пресса. В газете «Аргументы и факты» вышло большое интервью Романа Василенко. Президент Life is Good детально рассказал об уникальной бизнес-модели компании, направленной на решение жилищного вопроса для граждан страны посредством сетевого маркетинга. В конце ноября состоялась премьера видеоклипа на песню Life is Good, автором которой выступил Роман Василенко. Он же снялся в главной роли этого произведения. А исполнил музыкальную композицию звезда российской эстрады Григорий Лепс. Таким мы увидели 2018 год в жизни холдинга. Я говорю вам до свидания и до новых встреч уже в 2019 году. А сейчас представляем новогодние поздравления в адрес сотрудников компании от президента Life is Good Романа Василенко. Дорогие друзья, партнеры, уже скоро наступит новый 2019 год. На пороге будущих свершений мы провожаем год уходящий. Это был год, за который наша компания сделала еще один невероятно стремительный шаг на пути роста. Нам действительно есть чем гордиться. У нас потрясающие результаты. Мы снова доказали, что по динамике развития наш холдинг номер один в мире среди всех MLM-компаний. Но нет предела совершенства, нет предела нашим возможностям. У нас поистине безграничный потенциал. Давайте вместе ставить новые, самые амбициозные цели и вместе их достигать, чтобы каждый из вас мог с гордостью сказать: «Я сделал это!». В наступающем году я желаю вам карьерного роста и высоких финансовых результатов. Желаю крепкого здоровья, мира, добра, гармонии и благополучия в ваших семьях. До встречи на 4-м конгрессе Life is Good в Москве 19 и 20 января 2019 года. С наступающим!